Всем привет, парни и девчонки! С вами я, эндуромастер. Сегодня я снова тестирую свои шипы Cold Cutters. Я немножечко уже сегодня прокатился. Шипы держат очень плохо. Такое чувство, что их вообще нету. Поэтому в таком глубоком снегу, как сегодня, эти шипы никак не помогают. Сегодня 31 декабря, канун Нового года. Еще раз поздравляю всех с наступающим. Ко мне сегодня присоединились Саша на КТМ и XC 300 TPI и Серега Джеркман на Husqvarna TE 300. Надеюсь, что будет жарко. И еще в конце видео вас ожидает один сюрприз. Та-дам! Наставил дизлайка. И сейчас я с ним сделаю то, о чем мечтает каждый блогер. Так что смотрите до конца и не пропустите. Ё-моё! Меня носит, вообще невозможно ехать. Нормал, шипы зацепились. Оттуда кидает влево и никак не выровняется. Стоять! Как он тут возле этого сучка, а? Ты чуть не повис, как игрушка новогодняя на этом дереве. Что-то не едется. Совсем очахлел Дед Мороз. Ну,
это я понимаю, то Сергей там пишет корпоративы, застолья, лес, горки, грязные мотоциклы. Зачет. Ну что, ребята, а теперь у меня для вас обещанный сюрприз в конце видео. Как я уже говорил, для наших любимых хейтеров YouTube сделал очень классную штуку. Те, кто ставит палец вниз, дизлайк, партнеры YouTube могут посмотреть IP-адреса этих ребят. Соответственно, узнать их адреса в реале, где они живут. Та-дам! Ну что, урод, попался? Наставил дизлайков. Ездить не умеют. Мотик какой-то говняный. Да это на своей девятке с закрытыми глазами проскочил бы. Качество говно какое-то видео. Держи диск тебе. Держал. Сейчас я с ним сделаю то, о чем мечтает каждый блогер. Блогер, пожалуйста, не трогайте меня. Я больше не буду ничего писать. У вас самый крутой в мире мотоцикл и музыка красивая. Ты правша или левша? Правша. А что? Надену-ка я свою маску безразличия. Дядя, отпустите, пожалуйста. Руку давай сюда. Урод, блин, испачкался из него. Хитрый. Собирается же. Теперь мёртвую землю копать. Что? Так, сюда. Вот так. Фух. Давай вжиматься, а? Теперь я могу уже копаться. Забыл, твою же мать, а? Собачки съедят.